Сегодня вот такое веселье можно наблюдать не только здесь, у нас в Минском горнолыжном центре «Солнечная долина», но и по всей стране. Белорусский лыжный союз второй год подряд проводит мероприятия, посвященные празднику Всемирного дня снега. И более чем в 120 площадках по всей республике сегодня вот праздник. Хочется пожелать нашим всем поклонникам активного отдыха все больше и больше посещать наши спортивные базы. А тем, кто еще не стал ни на лыжи, ни на сноуборд, приходить сюда и просто-напросто получите огромную массу удовольствия. Я желаю белорусам, чтобы их можно было видеть на снегу как можно чаще, потому что сегодня, да, много людей, выходные хватает, но вот будни маловато, поэтому вот желаю всем в отличную такую зимнюю погоду как можно чаще выходить на свежий воздух и проводить его на снегу, неважно, это сноуборд, лыжи, тюбинг или какие-то другие там развлечения. Ну, это достаточно хорошая возможность пополнить свое здоровье, и это полезно всем.